Здравствуйте, друзья! С вами Ирина, и вы в Эстонии. Я небольшой обзор сделаю своей рассады. Вот черенки петуний, которые так уже хорошо разрастаются, но все, похоже, одного цвета. Уже столько цветов я убрала, думала, ну вот эти видно, что это такие, а следующие будут другие, но нет. Хотя брала из разных ящиков, но все пока что одного цвета. Очень грустненько, потому что у меня больше, около 100 штук. Вот огурчик такой красавец. И это караоке. Вот он растет для раннего урожая. Если у нас продлится зима, то он будет плодоносить дома. Методом прищипки я вам покажу. Это перчик-колокольчик. Вот уже такой красивый. Домашние помидорки маленькие. Это помидоры. Вообще ужас, как всходят и так вытягиваются. Ну, ничего страшного, я их потом немножко... Да. Вот эти вот, видите, какая разница? Разные сорта и какая разная высота. Вот эти вот три штуки, это Яша Югославский. Он и в парнике, когда я в прошлом году его посадила, был... В июне уже упирался в потолок. Он очень высокорослый. Ну, и хорошо плодоносящий. Ну вот, это бархатцы высокорослые. Посадила их пораньше, попробую, не знаю, что из этого получится, потому что в прошлом году они зацвели только в сентябре. Они очень высокорослые, по полметра. Это томатики, которые мы сажали с добавлением земли. И видите, они в принципе, ну да, тут уже настоящий листик, а здесь еще нет настоящих листиков. И вот потихонечку я добавляю землю, и они потихонечку растут. Перчики надо уже рассаживать, сельдерей и базилик. И вот здесь у меня такой экспериментальный огурчик висит, видите, под лампой специальной. Вот посмотрю, но он быстрее развивается, чем вот этот. Вот, проверяю лампу. Ну, вот такая красота. Гератум растет. Или гелиотроп. Опять я забыла. Все время их путаю. Ну вот, до новых встреч.